Как же так? Папа и сын сошлись. У меня тут уже... Для меня это уже бренд. Для меня это уже вот такая хуйня. Вот он знак бесконечности. А если бесконечность поставить вниз, как я поставлю вниз? Вот так. А, это прочитал. Заткнись. Говори. О, я по-моему, начинаю понимать язык, у кого нет ушей. Я, кстати, хочу, чтобы ты слышал. Поэтому я говорю жестами. Я хочу, чтобы ты лучше меня слышал. Да, ты слышишь, но ты можешь слышать еще лучше. Ты же диджей. Ты же Армин Ван Бюрен для меня. Ты для меня бог. Я же смотрю на тебя снизу. Это я танцую там внизу. Да-да-да, то, что ты представлял, ты стоишь у пульта. Ты рулишь жизнью, а снизу у тебя танцует народ. И ты вот, ты чувствуешь эту жизнь. Но если ты повернешь голову, я буду там танцевать, самая охуенная батарейка. Я твоя охуенная батарейка, блядь, которая стоит на подиуме рядом с тобой. Ты можешь меня поставить в любое место. Потому что это твой клуб. Ты можешь меня поставить туда. Ты можешь меня поставить туда. Сюда, прямо перед собой. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ты куда хочешь, туда и можешь поставить свою вечную батарейку. Потому что она вечная батарейка. Она тебя всегда будет заряжать. Ты можешь бесконечно наслаждаться жизнью. Я твоя батарейка. На которой ты работаешь. Мой робокопик. Моя камера. Знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы ты меня поснимал. Сними меня. Сними меня. Знаешь, как меня снять? Тебе нужно узнать, почем я стою. Прочитай, знаешь, какую книгу? Сейчас тебе скажу. Пойдем, пойдем.